Криминалистическая служба Следственного комитета. На них одни из самых сложных дел. Авиакатастрофы, теракты. Убийства, изнасилования, должностные преступления, взятки, террористические акты. То есть это тяжкие, особо тяжкие преступления. Они не химики и не лаборанты, но с собой базово такой чемоданчик. Отдельно сформировано химические реагенты для работы с следами биологического происхождения, для выявления замытых следов крови, для проведения экспресс-тестов на наличие крови. Есть прибор, который показывает скрытые от глаз следы. И такой для поиска спрятанных камер слежения. Следователи криминалистической службы не баллистики, но и в этом должны разбираться. Сквозная нумерация повреждений, обнаруженных на автомобиле, и происходит измерение, соответственно, диаметра. Ежегодно учение. Нижний Новгород. Осмотр места происшествия в ночное время. Следователи-криминалисты должны быть готовы и к экстренным ситуациям. Следователи проводят следственные действия, понимая при этом, что на них может быть совершено вооруженное нападение, отрабатывают уход от этого нападения, отрабатывают пресечение данного нападения. После исследования как одежды, так и экспертизы бытовых предметов. В специальную ванночку помещается цианкрилат, ставится в нижний отсек, где под нагревом и достижение определенной степени влажности идет окуривание объекта. Через 40 минут такие белые следы – отпечатки. Следователи-криминалисты выезжают и на раскопки. Ленинградская область, Павловский парк – захоронение времен Великой Отечественной. Как мирных жителей, замученных фашистами, так и бойцов Красной Армии. Благодаря вот расследованию преступления по факту убийства мирных граждан, мы еще делаем такой, на мой взгляд, очень важный и положительный момент, что устанавливаем наших бойцов, установили их личность и установили их родственников. Криминалистическая служба появилась 70 лет назад. И уже тогда использовали технику для местных лабораторных исследований, фотоаппараты. Наши коллеги-ветераны использовали такие средства фотофиксации. Сейчас мы, конечно, используем уже современную технику. Она гораздо отличается, она делает гораздо четкие снимки, дает возможность составления 3D-фототаблиц. Следователи криминалистической службы Следственного комитета могут все исследовать место преступления, найти улики, восстановить картину произошедшего по минутам, выработать тактику, как вести следствие в случае опасности, защитить и себя, и улики. Елизавета Ингишова, Сергей Фалендыш, Ксения Макляк, Артем Шершенев, Первый канал.